питерских музыкантов вне сцены тоже не похоже на череду развлечений сытой столичной тусовки. В конце сентября в нехорошую историю попал поручик. Подонки не только отняли у барабанщика все инструменты, но и разрезали ножом мышцы руки. Было дело, ну, как бы, соответственно, вывод у нас всех один. Проверяй, с кем садишься в тачку. Там был такой развод дурацкий совершенно. Тем более с черными садился. Да. Дурацкий развод, на самом деле, нам всем обидно за это дело. Сейчас их поймают, пойдем специально на их рожи посмотрим. Только посмотрим? И не только посмотрим.